Добрый день, меня зовут Степан Вахмин. Я занимаюсь триатлоном, и в этом году у меня есть очень интересная цель сделать Ironman 8 часов 40 минут. Среди триатлетов входит история, что делать тренажерный зал не нужно. Я же, наоборот, делаю его очень много и очень часто. И сегодня я покажу, чем я занимаюсь в тренажерном зале. Идем! Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Это 5-10 минут, легкий бег. Бежать быстро не обязательно, это все-таки не беговая тренировка, это просто небольшая разминка. Существует миллион методик занятий в тренажерном зале. Я люблю классическую школу штангиста, ту, которую меня научили в институте. Я думаю, что это, ну, это основа силовых упражнений. Я начинаю с простых скручиваний. Обычно это 20-25 повторений. Второе упражнение обычно это боковые скручивания с поднятыми ногами вверх. Следующее упражнение – это обычные подъемы корпуса, которые нам знакомы с детства, со школы. Я делаю их медленно. Медленно опускаюсь вниз, уже больше заимствованный из пилатеса. И медленно поднимаюсь вверх, не отрывая пяток. Это упражнение нужно выполнить от 15 до 20 раз. Подъемы корпуса – заключительное упражнение для мышц пресса. И следующее, которое я делаю, это подъем корпуса лежа на груди для прямых мышц спины. Так. Следующее упражнение, которое я буду делать, это приседание на одной ноге с выпрыгиванием. Я делаю на 15-20 повторений, примерно 3-4 подхода на каждую ногу, выполняя это упражнение в интересной последовательности: правая-правая, левая-левая нога. Кажется, очень простое и легкое упражнение, но все, что связано с прыжками, с плиометрикой, всегда очень сложно. Ну и после ног, конечно же, нужно сделать верхнюю часть туловища, это подтягивание, максимальное возможное количество раз, без рывков, медленно и плавно. Вот мы и подошли к самому интересному упражнению, это приседание со штангой на спине. Ну, наверное, это самое любимое упражнение, которое есть. Ну и самое последнее упражнение, это отжимание от брусьев. Оно включает в себя сразу две вещи, которые необходимо сделать. Первое, это немножко разгрузить поясницу после приседания. Второе, это, конечно же, дать определенную нагрузку верхнему плечевому поясу. На сегодня все. Всем триатлон!